Но в детстве мы смотрели кино не только про Чапаева и немцев. Были и детские фильмы. Вот помню, в 1972 году на Ленфильме сняли кино «12 месяцев». Все блестит, в лесу зимняя красота, а королевской дочке вдруг подснежничков захотелось, которых она раньше никогда не видела. И мачеха посылает сиротку в лес на верную гибель за подснежниками. А падчерица, сиротка то есть, в лесу встречает 12 месяцев. Это мужики такие, они костер жгут, пикник у них в лесу. Месяц апрель наделил сиротку необходимым количеством апрельских подснежников и еще волшебное колечко дал. Но колечко у сиротки сестричка сперла. Потом в лесу нарисовалась королева с каретой, но без лошадей. В финале фильма сиротка стала круче королевы, а ее доброта явилась миру как пример для подражания. В общем, воспитательная была сказка. Для пионеров. Но красиво.